сейчас все такое слушают. Мода такая. Мода? Ага. Грув! Грув! Так люди не разговаривают. 30 лет назад его бы в дурку упекли. Ну а что ты хочешь? Чтобы все как раньше было? В очереди часок-другой постоял, водку за талон получил и пошел под песняры наслаждаться жизнью. Приехали. Вываливайся. Подпиши. Нам пригодится. Молодец. Братишка, нам в другую сторону. Вот вы мне скажите, вам что, реально наплевать на то, что вокруг происходит? Старики побираются, дети на наркоте сидят, а крышуют все это те, кто, по идее, должен нас от всего этого уберегать. Да мы понимаем, мужик. А что толку? Ты что думаешь? Ты тут сейчас про одну свинью статью написал, и все счастливы сразу стали? Не так это все устроено. Ну, сдашь ты одного, и чё? Там есть другие. Мир — это место, где решает сила, а сильные видят нашу текущую ситуацию вот так. Все. Ни хрена ты пачканием бумаги не изменишь. Чё это? Слышь, ну-ка, отойди. Мир и пусть журналист. Ты чё, мина? Стойте, 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 стойте! Вам деньги нужны? Я отдам, я все отдам, у меня есть, у меня хата есть, машина есть. Да я хайпануть хотел! Правда в моде! Написал статью, все, крутой журналист! Стой, 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 не пали! Нас же заденет! Не надо палить, это тебе не Кавказ! Чё? Ты мне указываешь? Ты чё думаешь? Песенок своих послушал, жизнь понял. А ты что думаешь? По своим окопам подскакал, и все теперь? Герой! Все теперь должны перед тобой на коленях ползать. Смотрите, это ж наш ветеран. Да всем похрен на тебя и на твою войну. Слышь, у меня там друзья погибали, пока ты свой рэпчик тут слушал. А кто вас просил погибать-то? Ты что, откосить не мог? Да вас, дебилов, туда никто не тянул. Вы сами туда пошли и свою жизнь провали! А! Ну чё? Долго еще лежать? Я уже затек на холоде. Ну вот. А все строилось из себя неподкупного.